Жертв нет, но обстановка очень напряженная. После нападения на отделение полиции в райцентре Новоселецкое Ставропольского края эвакуированы школы и детсады. По словам властей региона, они опасаются, что взрыв у участка мог быть отвлекающим маневром. По данным МВД, на отдел полиции напали три боевика. Двое были убиты, третий успел привести в действие взрывное устройство. В райцентр подогнали БТРы, в небе военные вертолеты. На месте сейчас работают следователи и сотрудники антитеррористического комитета. На месте происшествия работают специалисты взрывотехники и оперативно-следственная группа. Сведений о пострадавших в результате происшествия сотрудников полиции не имеется. На территории Новоселевского района введен правовой режим контртеррористической операции. По словам представителя МВД, силы безопасности находятся в повышенной готовности. Источник в силовых структурах заявил Интерфаксу, что боевики передвигались на «зеленой девятке». Машину объявили в розыск. По предварительным данным, один из нападавших был местным жителем. Про других пока ничего не сообщается.